В образовательных учреждениях города началось внедрение новой образовательной онлайн-платформы «Цифровой образовательный контент». Бесплатный доступ к видеолекциям, интерактивным заданиям, тестам, рабочим тетрадям и многому другому теперь можно получить в единой IT-среде. Доступность таких технологий – результат реализации национального проекта образования. Цифровой образовательный контент представляет из себя интеграцию в единое целое давно используемых всеми педагогами различных образовательных платформ. Без них сейчас невозможно представить процесс обучения. Объединение сервисов позволит разнообразить и упростить подачу учебного материала. Таким образом, если учитель ранее, например, использовал три платформы – Учи.ру, Я.Класс, Мео, то сейчас у него будет один вход в эту платформу, и там он уже внутри этой платформы может интегрировать. Нравится ему подход при использовании, там, например, окружающего мира в Я-классе, значит, он оттуда берет. А домашнее задание ему лучше и подстроено в другой платформе. Сегодня, ребята, мы попробуем с вами закрепить эту тему на платформе нашей любимой, которой вы любите заниматься, Учи.ру. Откройте, пожалуйста, задание от учителя по математике. Современные дети с детского сада познают современные технологии. Ноутбуками, интерактивными досками их не удивишь, как и тем, что задания по математике можно выполнить в форме интересной и увлекательной компьютерной игры. На каких цифровых платформах вы занимаетесь на уроках? На Яндекс.Учебнике, Учи.ру, Я.Классе. Там очень интересные и легкие задания. Мы делаем математику, мы складываем числа, умножаем. Ставим знаки препинания, изучаем всякие различные корни, окончания слова. Получить и закрепить знания ученикам прогимназии «Эврика» помогают интерактивные уроки. Педагоги этого образовательного учреждения активно пользуются онлайн-сервисами «Яндекс.Учебник», «Я.Класс» и «Учи.ру». Они выполняют карточки от учителя, участвуют в различных марафонах и также участвуют в всероссийских олимпиадах. Педагог отмечает, использование цифрового образовательного контента позволит пользоваться этими онлайн-сервисами абсолютно бесплатно и по своему усмотрению менять или добавлять количество платформ. Что это дает? Педагогам это дает возможность отслеживать результаты своих детей, учеников. Дает возможность получать бесплатное самообразование, то есть смотреть какие-либо вебинары, проходить какие-то курсы. Это дает еще возможность для ученикам простроить индивидуальную траекторию. На сегодняшний день все школы Муравленко прошли регистрацию в новой системе и уже начали активно использовать безграничные возможности нового и современного цифрового образования. Анна Мари, Сергей Лукович, новости Муравленко.